Приветствую вас, мои дорогие подписчики, с вами Лилия Донскова. Я эксперт по молодости и красоте, даю только проверенные рекомендации по уходу и омоложению кожи лица. И сегодня речь пойдет о масках, и конкретно о новинке. Маска от Oriflame серия Essentials с маслом лаванды и провитамином B5. Маски для нашей кожи — это как витаминки. Если вы любите свою кожу и хотите сохранить ее молодость и красоту, то делайте маски и не экономьте времени на это и, конечно же, денег. Но маска, которую я держу в руках, она в принципе очень доступна по цене. Это новинка 14-го каталога, можете ее там найти. И я вместе с вами сейчас буду пробовать эту маску первый раз. Кстати, рекомендую иметь такую вот силиконовую лопаточку для нанесения масок, потому что процесс становится намного проще и интереснее. Итак, открываем маску. И так как я уже сказала, эта маска с маслом лаванды, то аромат у маски тоже лавандовый. Смотрите, как можно делать: прямо на лопаточку небольшими порциями выдавливать масочку. А если маска у вас в баночке, то соответственно лопаткой брать маску наиболее безопасно и удобно. Я распределяю масочку по коже лица и начинаю ее просто наносить таким плотным ровным слоем. И если лопаточку держать вот так вот плоско, не под углом кожи, а именно плоский такой ход делать, то как раз очень удобно маску распределять. Мне, знаете, мне даже захотелось так вот как сердечко нарисовать. Интересно получится. Да, сердечко еще то, поэтому просто размазываем маску по лицу. Я всегда думаю, как это так красиво иногда фотографируют средства для лица, делают разные рисуночки. Оказывается, это тоже целое искусство. И как видите, я маску не экономлю, наношу ее обильненько плотным, таким плотненьким слоем, и оставляю масочку на 10 минут. Эта маска подойдет для разных типов кожи, и в том числе для жирной кожи, потому что провитамин B5 и масло лаванды как раз успокаивают кожу, снимают воспаление и сохраняют в коже влагу. Так понятно же, что и для жирной кожи тоже нужно увлажнение и питание, как и для нормальной и сухой. Итак, я на 10 минут ухожу с этой масочкой, а потом смою, вернусь к вам и расскажу свои впечатления и какие у меня, какая реакция у кожи. Вот, я пойду. Ну что, 10 минут прошли, масочка сработала. Очень интересно, когда прошло первые, наверное, 2-3 минутки, у меня вдруг началось такое жжение и как будто холодок. Вот даже сейчас дотрагиваюсь до кожи, она какая-то другая абсолютно. И вот это холодок и жжение, они достаточно сильные. Я смыла маску водой, прям тщательно промыла, а холодок вот этот просто нереальный, он очень приятный, он остался. И еще благодаря тому, что масло лаванды такое дает аромат, лаванда она успокаивает, у меня какое-то состояние стало другое. Вот у меня просто даже, у меня перед этим, когда мы начинали снимать видео, у меня болела голова и я хотела спать. Вы знаете, а сейчас я стала спокойная, у меня как будто голова такая, знаете, просветлелась, все. И спать мне уже неохота, хотя лаванда очень здорово успокаивает. Итак, смыла маску, и вот по ощущениям кожа очень мягкая, очень матовая, но при этом абсолютно нет вот ощущения стянутости, какого-то там дискомфорта вообще нет. А холодок, он вот, сколько я уже говорил, он все еще продолжается, он такое ментоловое лицо. Такой маски в Oriflame еще не было, поэтому попробуйте, рекомендую. И тоже пишите свои отзывы, кто уже попробовал. Я прям рекомендую эту маску всем. Если видео полезное, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о следующих роликах. И до новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Пока-пока!